Патреон для профессионалов. Всем привет! Настало время обновить наше видео по обработке данных с теодрона. Первый этап – обработка спутниковых данных. Спутниковые данные можно обрабатывать как в RTKLIBE, так и в MagdaTools, Justin и Trimble Business Center. Также мы разработали специального бота в мессенджере Telegram. Он основан на RTKLIBE и заточен на расчет кинематики. Пишем боту /ppk. Он просит отправить ему UBX-файл с коптера. Отправляем ему наш UBX. После загрузки файла мы можем отправить ему следующий UBX, либо продолжить. У нас здесь один вылет, поэтому продолжаем. Вторым этапом он просит Redux-файлы с базы. Третьим этапом бот просит скинуть ему PRG-файл. Это можно сделать двумя способами. Либо отправить ему имеющийся у вас PRG-файл, либо с помощью нашего еще одного бота FindPRG-bot. Для этого сначала жмем PRG, пишем FindPRG-bot и MSK23. Вот здесь у нас зона 1, Краснодарский край. Файлы PRG необходимо проверять на вашу зону. Они были взяты из открытых источников, поэтому за их корректность мы не отвечаем. MSK23 зона 1 была проверена, и она соответствует. Но тут на ваше усмотрение и на ваш контроль. Четвертым этапом он просит скинуть ему координаты базы. Важный момент. Координаты базы должны быть с учетом уже высоты штатива. То есть здесь уже координата не точки, на которой стоит база, а координата уже фазового центра базы. Пишем через пробел. Все, информация ботом получена. Идет конвертация файлов и начало обработки. Первая итерация при маске 15 градусов, Q1 полностью на 100%, и он сразу выдает результат. Если при этой маске Q1 будет менее 100%, он попробует с маской 25% и выберет наилучшее. Скачиваем наш файл. После обсчета кинематики следующий этап — это сопоставление координат с фотографиями. Для этого мы используем TiaBox, текущая версия 1.65. Здесь пишем префикс фотографиям, выбираем, куда сохранять и создать поддиректорию. Добавляем все фотографии, добавляем полученные координаты. У меня уже выбрано. Импорт с первой строки, столбцы настраиваем. Z у нас 6, Y 5, X 4. Дата. Разделитель он сразу определил. Точка с запятой. Окей. Теперь фильтруем лишние фотографии, которые были сделаны не в мундир. Добавляем их в карантин. Закрываем. Нажимаем обработать. Обработка завершена. Закрываем. Открываем MetaShape. Берем наши фотографии. Перекидываем MetaShape. Открываем закладку «Привязка». Выбираем нужную систему координат, MSK23, зона 1, окей. Из опыта вначале оставляем 10 метров, так как если вдруг какая-то ошибка с координатами, и здесь будет стоять 2 сантиметра, будет ошибка, и он не выровняет большую часть фотографий. Запускаем процесс выравнивания фотографий. Здесь выбираем только общую преселекцию, мы обычно все ставим в среднем качестве. Преселекцию по привязке мы не ставим, так как если будут фотографии с соседних вылетов, он может их между собой не выровнять. Также если будут фотографии на разных высотах, они могут выровняться отдельным блоком и не будет связи между фотографиями. Итак, фотографии выровнялись. Вот он пишет, что некоторые фотографии не были выровнены. Смотрим, что это за фотографии. Почему они не были выровнены?
Довравниваем. Все фотографии выровнены. Переходим в закладку «Привязка». Тут у нас ошибка. Сортируем по максимальной. До метра. Так, если у нас ошибка до метра, то значит, что у нас здесь нет грубой ошибки. Теперь мы можем загрузить наши опознаки. Так, расставляем первый попавшийся опознак на всех фотографиях. Давайте первый пусть будет. Так, оставляем один опознак для калибровки. Здесь меняем точность центров фотографирования на 0,2 см. И жмем оптимизация. По фотографиям у нас точность получилась меньше сантиметра. И на контрольном точке у нас получилось 6 сантиметров. Давайте посмотрим другие. На крыше автомобиля стоит. На боксе на крыше автомобиля нарисована метка. Изменение точности можете смотреть вот здесь. Ну, видно, что все в пределах сантиметров. Надо снять галочки. Все в пределах до 5 сантиметров. Можно еще посмотреть базу. Видно, что она попадает не под базу, а прямо на саму базу. Какого бы ракурса не была снята. Все, на этом этап обработки закончен. Следующий этап это у нас построение облака точек, портфотоплана, который уже не относится к этому видео.